Друзья, я, к сожалению, не рискнула проверить лореалевский спрей для тонирования кончиков волос, корней волос на себе, потому что я немного посмотрела про него на ютубе. Ну, говорят, что волосы вот в месте, где использовался этот спрей, выглядят как будто бы грязные. И блеск волос пропадает. Друзья, да фиг с ним, я лучше покрашусь. У меня две краски лежат в ожидании этого момента. Но вот это вот улетит, не покупайте, не тратьте деньги. У меня вот это вот улетает в долгий-долгий ящик, не знаю для чего, но улетает. Я не рискну им пользоваться, я лучше окрашу волосы. Я лучше разведу немного черной краски и окрашу вот именно эту часть волос челкой. Только так. И никак иначе. И окрашу только корни. А вот эти вот спреи, фигня это все. Не покупайте, не тратьте деньги на это. Это я, лох, потратила деньги, но я, мне хотелось в это верить, что это работает, а нифига, не работает это так. Это как и бесплатный сыр в мышеловке, это так не работает.